Улицы, мосты, парки и скверы. Город шаг за шагом будет преображаться к чемпионату мира по футболу 2018 года. В подготовке Самары к событию мирового масштаба свою роль должны сыграть и представительные советы внутри городских районов. Как эффективно решать и проблемы каждого отдельного жителя, и вопросы стратегического развития города? Об этом народным избранникам рассказывают на специальном семинаре. Все, что касается маршрутов, которые определены, где будут в полности эти фан-зоны и тому подобное, туристические маршруты, в первую очередь приводятся в порядок эти улицы. Здесь работает программа, здесь работает софинансирование город-область. В таком формате семинар для районных депутатов проводится впервые, но теперь они станут регулярными. На примере работы с обращениями граждан депутаты должны точно узнать, каковы их права и в какую дверь стучаться, чтобы наиболее эффективно решать проблемы. У большинства депутатов уже есть опыт руководящей работы на предприятии. Теперь надо применить его на уровне города и района. У нас на сегодняшний день избрано 284 депутата. Они представляют 5 партий, они представляют огромное многообразие профессий. Это и педагоги, это и медики, это и представители промышленных организаций, бизнеса, государственных муниципальных учреждений, общественных организаций. Поэтому для этих людей прежде всего необходимо рассказать о полномочиях депутатов, о полномочиях сегодняшних представительных органов, о статусе депутата. Пока работа райсоветов еще только выстраивается, отрабатываются принципы разграничения полномочий и сферы ответственности. Задача таких семинаров – сделать так, чтобы это прошло в короткие сроки, и работа в одной связке – район, город, область – приносила Самаре наилучший результат. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, «События».